18 августа в 16:00 в Каспийске около Русгидро состоится масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции «Битва за Кавказ», который посвящен 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи региона, администрация муниципалитета, поисковое движение России, Бессмертный полк страны и Каспийская флотилия. Программа фестиваля включает в себя просмотр реконструкции эпизода начала наступательной операции боевых действий, охватывающих период с 1942 по 1943 годы. Кроме того, будут использованы макеты оружия и экипировка времен Великой Отечественной войны, а также будет представлена выставка экспонатов, национальные подворья, полевая кухня, выставка современного оружия и флешмоб, разворачивание масштабной копии Знамени Победы.